школа увеличила свою территорию, то есть мы добавили сюда территорию госпиталя. Соответственно, можем здесь разместить полноценное спортивное ядро, сделать так, чтобы еще ребятишки с удовольствием проводили время, как во втором своем доме, чтобы приходили с утра и уходили вечером. Никаких нет трудностей, нам помогает корпорация развития, лично принимает участие Иван Николаевич Носков. Все поэтапно движемся, и у нас одновременно с окончанием фундамента через 2 недели будет закончена фундаментная плита.